друзья, всем привет! Был сегодня на выставке в Кропоткине. Здрасте. Покажу сейчас все, что приобрел. Обновочки. Будем развивать куроводство, королевководство глазами коноровода. Так, сидите, кричат. Ну все, куда бежим? Что делаем? Он вылазил. Друзья, это ненадолго. Это подарок для брата. Значит, вот такой вот немецкий ризин. Возраст я забыл сколько. Мы сказали, через 2 месяца можно его в поролочку. Это девочка. Затем такая советская шиншилла. Тоже через 2 месяца можно в поролочку пускать. И вот такой. И такая вот самка тоже белая. Но, блин, честно сказать, забыл, как называется порода. То ли белый великан, то ли... Ну, в общем, для души, для дома пойдет, я так посчитаю. Так, это кролики теперь появятся у нас в рубрике. Здесь у меня будут разноцветные курочки-красавицы. Доминант разноцветный. Значит, красный доминант, черный и вот такой вот, как дымчатый, или как сказать. И еще, значит, такая порода тут у меня есть. Сейчас вам похвалюсь. Только надо развязать ножницы. Смотри, ножницы. А кролик хочет убежать. Сейчас немножко прикрою. Тут дождь начался. Приходится все делать быстро, пока дождя нету. Погода никак не наладится. День дождь идет. Потом полдня дождя нету. На следующий день снова дождь. Затем немножко солнца. Тут вот узел никак не развяжется. Ну, уже я скоро. Сейчас хочу вам показать. Значит, куры. При беговом осмотре они напоминают адлер... Ой, стоять. Хотела бежать. Она как слышит, что я называю неправильно. Адлерское серебро. Нет, это не адлерское серебро. Это
суффикс или суссикс какой-то. Ну, в общем, немножко крупнее курица будет, чем адлерское серебро. И яичко будет на 20 там, что-то грамм или на 10 грамм тяжелее. Допустим, эта курица несет крупные яйца, а адлерское серебро несет яйца среднего класса. Вот тут развязываю. Так, сейчас будем выпускать, знакомить с нашими курочками. Потихонечку будем переносить. Давайте, наверное, сначала кроликов оттащим, потому что девчонки шустрые. Вот так, друзья. Друзья, вот моя мафия уже встречает. Видите, все вышли. Красные знамена достали. Они еще не видели никогда таких кроликов, как я привез. А сейчас, если я еще принесу новую братву принесу, и посмотрим, как встретят моя братва новую братву. Так, сейчас кроликов посадим. На сегодняшний день у меня есть два таких джентльмена в черных костюмах. Давай их объединим, сынок. Этого к тому. Нет, надо достать, а то он его покусает сейчас сразу. Вот, видите, там один кролик. Давай его сюда, а то он на него нападет. Значит, здесь у меня кролик без носков, здесь кролик в носочках. Вон. Сейчас я их объединю, это два пацана. Они, в принципе, братья, родные, вместе тут сидят. Думаю, сейчас драки не будет, если я объединю. А девчонок посажу отдельно. А потом в ближайшее время у меня тут есть еще кролятники. Подготовлю, для девчонок посажу. Просто я немножко... Сейчас поймаем. А вот так за спину берешь его, за спину раз и сюда. Так, два брата-акробата. Они, в принципе, может уже через месяц будут половозрелы, не знаю. Пока не дерутся. Пооткусывают друг другу все, что можно. Так, а девчонок сюда. Это девчонки. Наливай водички. С дороги сейчас попьют. Так, кукуруза есть? О, запалились, видите, сразу пьет. Отойдешь? Ну, теперь в нашем хозяйстве пополнение. Будем холить, будем лелеть. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, должно все нормально получиться. Кукурузка. Да, по корму у меня сегодня кукуруза, вода. Так, ветки бывают. Сейчас будем траву косить, надо косу натащить. Если кто-то умеет косу точить, ребята, можете посоветовать, как лучше косу точить. Так, это по кроликам. Сейчас курей притащим, будем курей выпускать. Ну все, кролики доехали благополучно. Спасибо хозяину кроликов. Сейчас будет ответственный момент. Я немножко волнуюсь. Ты волнуешься? Сын у меня не волнуется, он парень у меня уверенный. Так, сейчас будем кур выпускать. Давай берем вместе, потащили. Сейчас будем кур выпускать. Я думаю, крылья немножко подрезать, чтобы они не улетели, а то они могут бояться. Просто берем ножницы. И такие маховые крылышки немножко подрезаем, и все. Все будет делать не больно. Держи курицу, я буду резать. Все, пускай. Да, я... Вот так вот всех кур подстрижем сейчас, и будут они нормально ходить. А то вдруг поулетают, потом не догонишь. Папа, они ручные. Ага. Не то, что... Да я показать. Обрезаем по одному крылу, потому что если два крыла обрезать, она может улететь через забор. А там собаки... Нападут, кошки нападут. Вот такие вот курята.
куры. Почти ручные, нормальные, спокойные, то есть классные куры. Бежит. Наши куры все убежали, боятся, паника. А петух у нас ручной. Он уже хочет познакомиться с новыми курочками. У нас два петуха поделят между собой, я думаю. Так, мы этих куряток сейчас, я думал, на улицу выпустить. Ну, думаю, решил туда их помещение покидать. На улице тут пасмурно, тут дует. Пускай сейчас там они отстоятся, попьют, поедят, адаптируются. Потом тогда снимем попозже адаптацию. Все, друзья. Продолжение следует. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Папа, не дерутся. Будем смотреть, что как.